И если у нас пол или стены неровные, то мы получаем вот такой результат. Вот я приставляю плотно плинтусы в угол, и вот мы получаем такую расщелину. Заделывать ее герметиком, конечно, это не вариант. Будет все равно некрасиво. Поэтому придется этот угол подпиливать с двух сторон. И правый, и левый плинтус сейчас я буду подгонять. А вначале подгоняю левый плинтус. Нам нужно убрать нижнюю часть. Я корректирую на 2 градуса угол запила. Вот такой результат. Немножко скосили угол запила. То же самое сейчас делаю с правым плинтусом. Выставил градус в другую сторону. Сейчас буду запиливать правый плинтус. Вот такой у нас результат получился. Сейчас пойдем примерим, как это все будет смотреться в углу. Прикладываю скорректированный плинтус в наш проблемный угол. Идеальный запил, осталось только подклеить.